Сегодня 15.24 на пульте оперативного дежурного службы 112 и службы спасения Саратовской области поступило сообщение об частичном обрушении расселенного ранее дома по углу улиц Рахова и Большая Казачья. В результате предположительно проводимых работ по разбору данного сооружения. Пострадал два автомобиля, пострадал водитель автомобиля Kia, который был бригадой скорой помощи госпитализирован в лечебное учреждение. На месте работают спасатели областной городской службы спасения, кинологическая группа облспаса. На месте находятся представители администрации города Саратова, правительства.